Well, hello, how are you today? I'm fine too, thank you very much. And you know, we are talking about present simple. Про present simple говорим сегодня, про отрицание в present simple будем говорить. Present simple – это как? Это что такое? С чем его едят? О, wonderful. Периодически, из раза в раз. Либо постоянно. Либо постоянно. Да, один раз у нас был примерчик, когда вода закипает при скольких градусах Цельсия, помнишь? А, вот он даже. Water boils. Repeat. Water boils Water boils at at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. Good. Во сколько же закипает вода? В 100 градусов Цельсия. 100 градусов Цельсия. И что бы ты ни делала, ну, допустим, вы куда-то поехали, ты стала там, кипятить воду, она все равно закипит при 100 градусах. Или, условно говоря, ты бы с чайником, забралась, куда-то в лес. И все равно, или на костре стала бы там разогревать воду, она закипела бы все равно при какой температуре? 100 градусов. Okay. Water boils Water boils at 100 degrees. at 100 degrees Degrees это градусы. Celsius. Celsius. Да, но мы помним, что не везде температуру измеряют по этой шкале, по шкале Celsius. Окей. Но это уже там вопросы физики, мы тоже будем их касаться, чтобы сделать вас, ну, образованными, потому что вы поведете дальше Россию. Окей. Но мы говорим о negative. Please read. I don't. I don't. Present simple negative. Present simple negative. Good. Но меня больше всего интересует doesn't. Doesn't для каких? He, she, it. Doesn't, ребята, для he, she, it. А для всех остальных? И для всех остальных don't. Ну, все очень просто. Только на столике не передвигай ничего, ладно? Хорошо. А то слышно на записи. And so, look at these pictures and read the bubbles. Coffee? No, thanks. I don't drink coffee. Oh, good. And below, please read this sentence. She doesn't drink coffee. Good. I love your pronunciation. She doesn't drink coffee. Repeat. She doesn't drink coffee. Good. Very nice pronunciation. Practice, practice, practice. Практика, 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 ребятки мои дорогие. Практикуйтесь. And second picture. Read the bubble. Read the caption. I don't like my job. Good. He doesn't like his job. Good. Job. А, job тоже, тоже. Ты где-то слышала, тоже это мне нравится очень. He doesn't like his job. Repeat. He doesn't like his job. Job. Okay. Это, скорее всего, American English, американский, потому что job. British, британцы, job. A job. Американцы. Но это очень хорошо, потому что мы работаем еще и с носителем. Он британец, до этого был у нас американец. Нам надо любой вариант английского слушать и понимать его. Okay, and so you can see these white spots, белые пятна. Please read the sentences. I drink coffee, but I don't drink tea. Good. Sue drinks tea.
But she doesn't drink coffee. Good. You don't work very hard. Mm-hmm. We don't watch TV very often. Good. Stop, please. I loved how you said you don't work very hard. Please, вот она, ребят, смотрите, hard, она и потянула, и в горло туда. Please read again. You don't work very hard. You don't work very hard. Oh, yes. Thank you. Next, please. The weather is usually nice. Good. It doesn't rain very often. Translate this sentence, please translate. Погода обычно хорошая. Okay. Дожди бывают нечасто. Good, very nice. Или дождь часто не идет. Дождь часто не идет. Ну, ты красивее перевела. Дожди, но ты множественная. Видите, ребята, она взяла множественное. Здесь все-таки it. Единственное, да? Но правило перевода такое. Надо, чтобы предложение звучало по-русски. И мы, ребята, часто очень отходим от прямого перевода каждого слова с английского предложения на русский. Это каша получится. Порой это каша, лишенная смысла. Она... Видите, как перевела? Дожди часто не идут. Окей. Ну и можно здесь можно, конечно, и дождь. Дождь не идет часто здесь. И так можно. Next, please. Sam and Chris don't know many people. Translate. Sam и Chris... Не знают многих людей. Wonderful. Не знают многих людей. Опять она очень хорошо перевела. Окей. Окей, wonderful. But why do you use here don't? No, it doesn't. Why don't? Потому что Sam and Chris, это they doesn't используется только для хиши и. Ну, отлично. Отлично, отлично, отлично. Окей. Okay. And now, please read these sports. I don't like football. I don't like football. Good. He doesn't like football. Good. I don't like bread and... Fred doesn't like me. Good. My car doesn't use much petrol. Yes, petrol. Translate. Моя машина не потребляет много чего. Petrol. Что машина потребляет? Бензин. Please write down in your vocabulary, petrol. Petrol. Ну, бывает gasoline. Gasoline. Говорят еще и gasoline. In America they say gas. В Америке газ это бензин, это не газ. Который используется в наших духовках, у кого газовые плиты. Okay, please write down. Petrol, gasoline, and gas. Gas – это сокращенно от gasoline. Ну, пожалуй, еще варианты. Petrol station. Petrol station. If you are run out of gas,
or petrol, you go to the petrol station or gas station. Good. Oh, wait. I'm ran out of gas. But no, please start reading from here. Come on. Petrol. Good. Gasoline. Good. Gas. Наверное, вот так вот. Смотри, gasoline – это... Слово американское, и от него вот так вот сокращенно произошло a guess. So, please read again. Petrol, gasoline, gas, petrol station, gas station. I ran out of gas. У меня закончился что? Я выбежала из чего? Из бензина. I'm run out. Run. Вот так вот будет лучше. I'm run out of gas. Где заправочная? Если ты сказала gas... Ты в какой стране? England or USA? USA. А где заправочная станция? Where is gas station? Good. Where is the gas station? Okay, so please translate again. У меня закончился бензин, где заправочная? I'm run out of gas. Good. Where is the gas station? Thank you so much.